Первый летний месяц приближается к своему завершению. Тема летней оздоровительной кампании находится на особом контроле у власти. Об этом шла речь на заседании Межведомственной комиссии по летнему оздоровлению и отдыху детей. На заседание Межведомственной комиссии были приглашены представители всех заинтересованных служб, которые активно участвуют в летней оздоровительной кампании и ответственны за то, чтобы лето для детей и подростков прошло с максимальной пользой. Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко приветствовал собравшихся и отметил, что тема заседания серьезная и всем нужно внимательно подойти к этим вопросам. Исполняющая обязанности начальника управления образования Елена Щурова рассказала о том, как организованы отдых и оздоровление детворы в муниципалитете. Большое внимание было уделено лагерю «Ровесник» с тем, чтобы дети отдохнули там без каких-либо проблем. О том, все ли в настоящее время получается сделать, какие возникают ситуации, собравшиеся обсуждали в ходе заседания. Одним из вопросов, поднятых на заседании, стало обеспечение безопасности детей и подростков на дорогах города и района. Представитель Государственной инспекции безопасности дорожного движения доложил, что особую обеспокоенность вызывают использование мототранспорта, велосипедов и особенно популярных в последнее время электросамокатов. Эксплуатация последних на дорогах с напряженным автомобильным движением недопустима. После обсуждения актуальных вопросов и их решения Виталий Титаренко подчеркнул, что необходимо максимально серьезно и ответственно подходить к организации летнего детского отдыха. В этом деле нет мелочей.